Добро пожаловать на канал Hard Rest Info. Перед нами устройство Infinix Hot 11S. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве заблокировать чей-то номер. Для этого открываем приложение телефон, после чего в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку и нажимаем заблокированные номера. Выбираем черный список и добавляем какой-то номер. Вписываем номер человека, которого хотим заблокировать, и нажимаем добавить. Вот и все, номер успешно заблокирован. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.